Ну что ж, остался еще один бонусный контент, который дают за награду Мастер Ассасин. Это арсенал во второй части игры. Давайте пройдем, посмотрим, что это за арсенал. Итак, тоже награда мастера ассасина. Дезмонд Майлз. Здесь Эцио тоже 40 лет, как и в Братстве Крови. Хочешь ограбить тамплиеров? Я отметила арсенал на карте. Это своего рода база тамплиеров, так что там есть чем поживиться. Угу, отлично. Самая красивая из всей трилогии, на мой взгляд, это вторая часть, потому что тут и Флоренция, и Венеция, и Тоскана, и Монтериджони. Очень красивые места. Так, Ребекка нам любезно отметила на карте. Местоположение арсенала. Это все находится в Венеции. На мне венецианский плащ, что не дает уровню известности повышаться. Очень хорошо. Так, 40 лет Эцио, потому что и это уже конец игры. То есть у меня тоже абсолютно все пройдено, делать нечего, кроме вот этой вот новой локации. И под конец игры ему вот уже 40. А начинается игра, ему вообще 17 лет, он простой школьник. Он закончит. Так, здесь у меня тоже меч Альтаира. Лучшее оружие. И броня. Броня Альтаира. А, забыл посмотреть синхронизацию. Вот здесь, насколько я понимаю, вот эта гробница тамплиера должна давать как раз... Вот статистику открываю. Общая синхронизация 99,29. И если зайти в ДНК и посмотреть... Так, к слову, во второй части никаких стопроцентных синхронизаций не было в каждом воспоминании, как уже в последующих играх. Вот тайники. И вот здесь появилась, она была темного цвета. То есть изначально вот эти вот фрагменты ДНК были, но они были темными. И вот появилось убежище тамплиеров, недостаточно воспоминаний. А было темного цвета, и я просто перескакивал через нее. А в последующих играх, это в Братстве и в Откровениях, там вообще никакого упоминания не было о бонусных вот этих гробницах, пока они у меня не появились в игре. Поэтому синхронизация была 100%. Здесь уже изначально вот место оставлено. Очень давно я вообще-то прошел вторую часть игры, и вот только сейчас, я надеюсь, сделаю 100%. Так, еще бы... Еще бы понять, как туда забраться.
Ага, вот по углу, как обычно. А вон я уже вижу вход. Потерпевшие кораблекрушение. Проникните в доки арсенала и найдите спрятанные там сокровища тамплиеров. Никаких 100% здесь нету, потому что в принципе не было. Ох, как строят здесь док, видимо, для постройки лодок, кораблей. Никаких дополнительных заданий для 100% синхронизации, просто достаточно один раз пройти и все. Сокровищ также нету. Все уже пройдено. Доберитесь до балкона. Обнаружили, да, это и не важно. Мы его поймаем. Куда? Эккола! Бей его! Так, куда дальше? Вот, мне на этот балкон нужно. Отсюда я явно не допрыгну. Собрался. Черт, мы его теряем! Ох, главное не упасть. Все, убились мои противники. Так, куда же мне ползти дальше? Нет, вряд ли туда. Там, я смотрю, ничего нету.
Вот, скорее всего, сюда. На вот эти верхние балки, я думаю. Или нет? Или все-таки туда? Ладно, наверное, не зря здесь вот это все сделано. Уверяю тебя, я не вор. Я из почтенной династии кораблестроителей. Никто не смеет говорить со мной в таком тоне. Ну так убей меня. По крайней мере, у меня есть моя честь, в отличие от свинопаса, что стоит передо мной. Не поздоровилась. Напрасно он не следит за своими людьми. Взлом сокровищницы — это серьезное преступление. Он должен был строить нам корабли. А теперь мне придется искать другого мастера. Когда в следующий раз захочешь кого-нибудь допросить, сообщи стража. Сам не лезь! Сенатор! Кэтсо! Ассасин! Убейте убегающего тамплиера. Почему недоступен пистолет? Непонятно. Я бегу быстрее, чем он. Тебе в любом случае конец. Это лишь вопрос времени. Вопрос долгого времени, судя по всему. Черт, я вообще вниз упал. В самый низ. А, вот. Хорошо. Сделали лестницу. Этот несчастный плотник, когда полетел, разблокировал для меня лестницу, хоть где-то плюс. Хорошо бегает, однако. Видимо, специально здесь закрыли пистолет, чтобы побегать вот так вот. Догонять всегда легче. Ты видишь цель.
Ты чувствуешь ее усталость. Он меня не догонит. Я бегу быстрее. Черт возьми. Главный враг вообще в этой игре — это камера. То есть здесь ужасно неудобная порой камера, вот в такие моменты она начинает дико скакать на поворотах, и вы просто не можете увидеть, куда вам нужно прыгать или бежать, и все, и падение. Ну, по всему доку просто здесь побегали. Никто не придет на помощь. Или придет. Зачем это? Дороги, идиоты! Да я как Влад Пронзатель их подвешал. Этот плащ. Аспект он момент. Вот он, ты не уйдешь. Это все. Откройте сейф тамплиеров. Ага. Судя по всему, убегающий был в этой группе стражников. А неплохо у них здесь, однако, в арсенале под доками для строительство кораблей, вот такая сокровищница припрятана.
деньги девать на самом деле некуда. Вот у меня почти 600 тысяч, все куплено, все улучшено. Две тысячи флоринов еще. Память синхронизирована. Найдено сокровище тамплиеров. Ну что ж, очень хорошо. Ремонт не нужен. Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где искать. Кажется, на этом все. Сейчас проверим. Тайники. Вот он, потерпевшие кораблекрушение, пройдено, и смотрим статистику. Все, синхронизация 100% ровно. То есть, как я и предполагал, мне не хватало лишь вот этой одной локации, одного события, одного воспоминания. Теперь 100%, делать вообще нечего в игре. И, подводя итог, коллекция Эцио Аудиторе пройдена идеально, вообще полностью на 100%. И это было круто, скажу я вам. Я очень рекомендую всем поиграть. Не порекомендую всем делать, как я, то есть на 100% все прямо идеально проходить. Потому что это кому-то будет очень долго и нудно, и вообще мучительно. Но мне очень понравилось. Я просто доволен этой игрой. Ну что ж, на этом все. Можно будет убирать игру в долгий ящик. Всем увидимся и удачи вам!